Алло. Смотрим нотки. Нотки вниз, суслятина, Виталий, Альтея, черный пока лимон, десанта, ни к чем. До 200 тысяч все метки подбиваю. Грузится уже, если что, точку нужно. А, исходит. Вправо падает. Вправо падает. Справа далеко. Все, стопники по правым всем склепам. На лестнице падай. Разбивай. Первую в сторону. И Геру дайте. Первую в сторону. Фото в сторону, РДД разбивайте. Хайте РДД. Следующая под босс. Под босса не разбивать, альпич под босса. Милики ушли. Ушли. Скидываем стаки. Не разбиваем. Разбиваем. Следующая в сторону, следующая в сторону. Фламба в сторону, бейте босс. Да-да, разбили. Следующая под босса. Мончик под босса, милики ушли. В мишку и кожу. Скидывайте стаки, разбивайте. Тащу в сторону. В сторону сосединг. Все, все в сторону, зергайте босс. В сторону, Дашкин, Дашкин, в сторону. Ваниш. Убил. Покори. Кулак ебан. Ромки, покорите. Я понял, я себе дух дал. Я его даже не увидел, анимацию. Я дух себе дал. Он меня спас от какой-то метки, от второй, по-моему. Сила Холи Приста, да? Обновление. Мы падали? Мы это падали? Вроде нет. Это заклинание. Ну ты кому-то панк трень. Я пока не могу использовать эту способность.
Чё такое, алло? Чё кого ждём тут? Видать, за звёздочкой милики за квадратом. О, смотрите, нихуя себе, тут сундук какой-то стоит. Да, да, шваха остается. Стекни его нахуй, Джира. Стекни святого Венха. Марвин, ты тут? Чё, Венха мне? Да, тут не надо 5 кило. Тогда метку переставь. Альпичем будет тебе. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Рано плакальщик поставили, надо было поставить во время боя. Войт бы с платформы нахуй прыгнул. Что-то у меня плохое предчувствие. Погнали. Давайте перед лицом лича, а что за вартом стоит? Перебежали. Или в черепе стоит? Жаря тут стан спрашивал. Вот какие-то нибудь одни, рога другие, и протопал в третий. Я сейчас расскажу, что я по стану. Смотрим ловушку. Да-да, милики, стоим. Виталик, он чума. Спал. Пушку смотрим. РДД, вы не видите звезду? Протопал, проходим всех, квадрат проводили, чё? Пивай, Славик. Смотрим. РДД. Чё говоришь? Подпивай. Смотрим, Белин, диспел. Дай Белин. Смотрим. В квадрат все милики. Милики, в квадрат. Забери, забери шаркари. Бля, Белин, ну что ты творишь? Он умер. Падайте. Там, короче, берса была на двух, я с одного снял, а второй убил его под берсой. Бля, блин, ты прожал божественную защиту или не прожал при двух красных шаркарях? Ты прожал божественную защиту и дал гнев или прожал божественную защиту, подождал, пока она пройдет, и потом дал гнев? И ты отдал все КД сразу. Вы там на ком сейчас? На лече. На РСК будет добор? Ну, будет, наверное, рейд. А ты кто? Папиросы. Ну, странно ты вопросы задаешь. Мы не знаем, будет ли РСК вообще. Может, мы тут вайпаться будем 10 часов еще. Мы же не можем знать будущее, как вы не понимаете? Ты какой-то неоптимистичный, братан. А он дурачок, не обращай внимания. Больной на голову, нахуй.
меня 20 фласок еще есть, так что можно полайпаться. 20 часов на лече. Бафы, туда-сюда. Давайте. Дайте лес, пожалуйста. Если бы Войт знал будущее, то у него не было бы рейда по 5 часов, блядь. Он бы всех кикал. По-любому бы. До того, как он заслакал кик с рейдом. Он бы в 20 часов находил. Не надо ретрика, учись танчить. Вообще, до второго шаркаря первый уже должен пропадать. Ты неправильно танчишь, надо танчить 2-1-1. И Моровинд, води, пожалуйста, вот отсюда. Потому что ты лича очень близко к протопалу прижимаешь. Ты слышишь меня, Моровинд? Не надо так близко к протопалу прижиматься. Отсюда, вот. Ты начинаешь вот отсюда, надо начинать отсюда, вот такого тут, вот, где я стою. Футбол в каску по АДК. Каску по АДК. Мафиан, дай каску по АДК, пожалуйста. По всем каску. Вроде фуловый. Да, Мафиан, пока бабает всем каски, я чекаю. Фламба, тиран. Все, готово, запустил. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить... Блин, я надеюсь, ты помнишь, что когда Шарка еще влазит, он и секунды стоит, встанет. Потом, если ты сразу будешь кидать таун, когда он стоит вылез, то, блядь, он побежит в рейд спокойно сильно. Поэтому подожди, пока он начнет двигаться, кинь в него тарелку и сразу нажми таун. А, ты же... Моровинд, встань, пожалуйста, в меня. Отсюда начнешь. Мы теряем 5 метров. Дайте милики сразу все в квадрате. Не скоро. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. После моей клятвы, короче, я понял. Да упадет клятва сегодня. Да не. Две глоры. Смотрим. Шаркарь. Да, милики, стоим. Чему смотрим? Чума, я. Да, миликов тоже проводи. Братья, стоим, милики. РДД. Смотрим, чума. Альтая, сама себя. Пал. Пушку смотрим. Миков тоже. Виталий Куна за хирки. Почему у него милики в квадрат стали? РДД стоим. Каль вылез возле протопала. Смотрим, ловушка и чума. Да. И стоим. Ну, смотрим. Кончик. Жал. Пич, давай зубы на протопал. Смотрим на ловушку. Да, давайте Моровинд. РДД. В квадрат стали, милики, речь. Смотрим, все, давайте. Стоп, или час, смотрим ловушку.
Ближе край, все, давайте, все на край, все на край, пошли, пошли все на край. Все на край, милики, резче, 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 сакру, дай билин, билин, сакру. Дай я по гимноману. Тотем ставьте. Я дал на хп носить. Чего духа копарну пулишь? Я первого на пулю. Ташки напуливают, когда это. Рубей. Сейчас на духа напулишь. Сферу убейте. Сферу. РДД добейте духа. В квадрат все стали. Три квадрат. Каток давай. Пар каток. Станом. Первую станет Виталий Кун, вторую станет Анафет, третью станет Белин. Давайте, погнали. Стан, стан. Три стана. Бьем вай. Вернение, смотрим. Осквернение. Добивайте валь. Добивайте гер. Плеча. Давайте стоим. Драть. Осквернение вперед лича будет идти. Вперед лича. Не вперед, вправо. Вправо от лича. Вправо от лича. Давайте стоим. Смотрим, вали осквернение. Ташкин. Бейте валь. Бейте в треугольник. Бейте. Осквернение на краю. Осквернение и в квадрат, сразу все квадрат стали. Квадрат ищем, квадрат, квадрат. Стали в квадрат. Так, первую стан, стан и бить первую, кружочек, все бьем кружочек, кружочек приоритет. Но не забывайте про ромбик тоже. Давайте, все по ромбу. И трусы, застаньте трусы, замедлите трусы. Осквернение ни к чем. Спускайте трусы. Или че? Был в трусах. Лем помоемся. Снабейте или че? Так поставьте. Идите валь гневом и будем идти на край. Давайте все ближе к краю. Квадратом, за квадратом. Край за квадратом. Погнали, погнали на край. На край за квадратом. Сакру дашь, билин? Первого духа на пулю. Хилы лол. Это тем гимноману пой воет. Добавьте шамана там, кулак. Дайте гутерболу баф. И нового духа уже. Давайте СС на Моровинда. После комнат. Я понял. Каску еще шаман. Агро, агро, агро. Пите духа, алло, това танка, вы че тупые вообще? Това танка. И почему-то рвется агро. Сало вместе ловит.
украинцев и все изображай. Бегайте за квадратом. Ни к чему бомба. Шаману сейчас дайте каску. Арена не слышно, квадрат бежим. Бегайте за квадратом. У кого там есть БР, поднимите ни к чему. А танка ловит сало, это просто пиздец. Это уровень дебилизма. За угол. Ставит. Сейчас выйдем, РДД будет духа добивать, а Мирики увлеча игры. Квадратик. Объем лича. РДД духа. Лимон. Понимаете, ни к чему. У кого есть БР, любой. Любой БР. Нет, да? Духу дышит в рейд. ТП, похлопали духов. Выйди ты из лужи. Ледяная скорбь жаждет крови. Давайте бегать за квадратом. Будет еще один бар. Квадрат. Я не знаю, есть ли БР. Есть БР у кого? Апис, есть БР? Фламба, тогда поднимешь тирент. Три комнаты стали у квадрата. Тут прижали все залы. Тут стали. И за угол можно сразу. Тут стоим. Поднимаю эту и бьем все к порталу. К порталу, к трону. К трону, к трону. Вернее, смотрим. Беги, малышка, Войд. Беги! Это ничего. Так, как язык убрал. Квадрат, сталь. Есть скиллованные кресты, кто может сейчас в комнате гимноману дать? На угол забирают. Такой сам условие поставил, сам исполнил. Не двигаемся. Дай сакру, чтоб никого не зацепило. О, там еще бомбу перевели по уголочку. За угол забегайте, пробегайте эту бомбу. Идите к трону. Вернее, смотрим. В чем?
величайшие герои Азерота. Вы преодолели класс. Препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Да, если я кину ролл больше 30, то выпадет клятва. Желательно две. Смотри. Нет, смотри, выпадет опять. И превращать воинов в плети. Если я кину ролл 100, то выпадет клятва. Ой, сори. Кину ролл 90, выпадет стернаска. Ой, не повезло. Нихуя. Короче, если больше 80, то выпадет клятва, если нет, то нет. Кто угадает, какой будет лук? Хуй. До точности, 300 еб, тупо до точности, все, что 3... будет уличить. В смысле 300, давай 30 тысяч нахуй, сразу. Не, 300. Ну смотри, короче, падает Теренас и Аркус, короче, токены. Две клятвы. Защитник, завоеватель, бля, обычный. Мне же нужен был кинжал, вот бля. Обычный. А если не падает, тебе ГП 3000. Да, а если этот, героический. Защитник и завоеватель обычный. И конь, конечно. И осколок. И ДС. Короче, пацаны, два Криса. Покоритель Гер, конь, осколок и два завоевателя с норм. Защитник Гер был. Сука, такие дела. Предсказатели хуевы, блядь. Раки, нихуя не упадет. Сейчас, блядь, лично с ваншотит. Сейчас откат нахуй. Да вот сейчас с этот прыгнет, упадет он с края. Пацаны, вы все проиграли, во-первых, два льда упадет. Вы уже не угадали. Триумф упадет. Камини в боссе лежат. Просто награда за убийство. С точностью говорит лук, говорит, а золотых сколько упадет, блять? А серебряных, там меди, блять. Клятвы. Мне 300 ЕП, блядь. И защитник упал. Видишь, что, как я угадал, нахуй. Руки клят. И их, Джерри, он распылил обе. Распылить клятву? Не, давай по 50 мне и флямби, и все. Ебись. Гер защитник. А мне 300 ЕП будет, нет же. Да, сейчас я тебя накину, не умирай. Изи. Ой, я говорил, что ты получишь. Ой, у кого в рейде нет коня, плюс нить. А кстати, что, клятва то же, погоди, сколько она стоит? Это же фул 937-то. Ага. Только у двоих человек нету коня. Ну, рольте коня. Роль Тирента, нафиг рольте коня. Димон, слышишь, не? Ага. Почему ты по фулу накинул за клятву? Это не по фулу, она стоит 1837. Не-не-не, 937 она стоит. Писали в таблице начисления. Ну тогда я сниму еще половину, бля. Чего? Ну да. Жизнь.